Вязание объемного цветочка. Провязываем скользящую петлю. И две воздушные петли. Внутрь скользящей петли провязываем 12 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, и так вяжем все 12. Затягиваем скользящую петлю и соединяем первую и последнюю петли ряда с помощью соединительной петли. Затем вяжем 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 8. В следующую петлю основания провязываем соединительную петлю. Далее вязание повторяется. Снова провязываем 8 воздушных петель. Следующую петлю основания, соединительную петлю. Так вяжем до конца ряда. И получится вот такая ромашка. Затем провязываем одну воздушную петлю. И под цепочку из воздушных петель вяжем 13 столбиков с одним накидом. И вот я провязала. Теперь под следующую воздушную петлю снова провязываем 13 столбиков с одним накидом. И далее вязание повторяется так до конца этого круга. Под каждую воздушную цепочку провязываем по 13 столбиков с одним накидом. Когда все лепестки будут провязаны, расправляем их, и получится вот такой интересный цветок.